34 тысячи тонн удобрений производства группы компаний «Уралхим» «Уралкалий» загружено в судно в Риге. Груз уже направляется в порт города Момбаса. Партия является второй безвозмездной отправкой удобрений группы, находящихся в портах и на складах Европы для стран Африки. Поставка для Кении, включающая хлористый калий, карбамид, NPK-сей удобрения, снова осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки удобрений. Мы обратились в ООН, World Food Program, по разблокировке наших удобрений в европейских портах, которые были заблокированы в 2022 году в различных портах Европы. Как и в случае с предыдущей совместной поставкой, группа оплачивает морской фракт и прочие транспортные расходы. В общей сложности группа «Уралхим» «Уралкалий» намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений. Данная инициатива направлена на борьбу с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом и предотвращение существенных потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков. Генеральный директор Объединенной химической компании «Уралхим» также отмечает. Удобрения играют ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Резкий рост цен на удобрения, который наблюдался в последние годы, привел к серьезному сокращению производства продовольствия. Беспрецедентный продовольственный кризис, который сегодня наблюдается во многих частях планеты, может быть преодолен лишь совместными усилиями. Являясь одним из крупнейших в мире производителей удобрений, мы продолжаем безвозмездно поставлять нашу продукцию наиболее нуждающимся странам. С нетерпением ожидаем прибытия гуманитарной партии в Кению и передачи наших удобрений местным фермерам, чтобы те смогли вскоре собрать богатый урожай.